Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 262, события дня, 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 30 августа 16 года. И далее, для любящих истину, свободу, желающих блага государству и церкви, ознакомиться. И слова митрополита Антония Храповицкого. Вот здесь прочитать. Сегодня пишет одна Наташа Аушева. Я мусульманка, но ваши ролики смотрю с огромным удовольствием. Здоровья вам, Лапкин молодец. Ну, мусульмане во многом примером могут для нас быть. Наиглавнейшее это, конечно, намаз, молитва пятикратная. И на молитву не просто колокол бьет, стучит, а призывает слова священной книги своей, Корана считают, муэдзин. Так произносит слова на растяжку с минарета. Важно, как сохраняет женщину. Девушку, вот это целомудренное отношение. Это вот то, что я беру за основу, самое такое важное, можно сказать. У меня сзади прилепился маленький помощник. Ну-ка давай сюда. Кто это такой? Буска? А? Посиди со мной рядом. Вот сейчас много сообщает, вчера сообщение о том, как штрафуют, преследуют тех, кто каким-то образом попадает под новый закон, так называемый Яровой, о благовестии. Выступал один человек, у мусульман приехал откуда-то, это у, не мусульман, а у лютеран. Его хорошо приняли, у евреев был, и там его арестовали. Арестовали, что-то там в каких-то документах не хватает или как. Вот такое дело. Из разных. Столько преследований мгновенно открылись сейчас, что адвокатов не хватает. А я говорю, это интернет, и меня забрасывают. То в скайпе, то как. Дескать, вы-то как? Ну, у нас как, община зарегистрирована, мы сразу свидетельство эти, юрист составил свой, и все. Мы имеем на руках свидетельство. Ну и кто вам помогает, они должны тоже быть вроде в интернете. Ну, это свидетельство, у меня бланки есть чистые. Заполняю паспортные данные и все на этом. Наши конкретные дела здесь. Вчера мы были без Михаила Михайловича Кальмаева. Сразу чувствуется отсутствие его, потому что он самое... важную работу делал, особенно с полом, под полом, как нужно было подвеску сделать пола, и, который был как-то сохранить. Ну, кто знает, что такое лаги, просмоленная, там он после операции был, и я ему не раз говорил, будь осторожен. Нет, это мне как раз на пользу. Ну и было то, что отправили вчера, я только узнал, вчера утром он уезжал. И все было. Они предложили ему вечером то, что надо, на столе стоит, бери с собой. Но он очень скромный, ничего не взял. И они ему не наложили с собой. Я привел пример, как мы были в Грузии, в Греции, у Плотниковых, в Коимчуде, Марина. У Валентина Сартисон в Германии, где мы проезжали. Как в Португалии, как к нам относились.
как встретили во Франции исправникова Иоанна. Ну, все прекрасно было. Они заботились, люди о нас. И... А тут были двое ребят только, Володя Пащенко и Никита, и с собой ничего не положили. Я говорю, ну хоть картошки-то вареные. Нет, ни лепешек не наложили, ни меда. А на столе сотовый мед был, помидоров полно, притом полно. То есть упущение сделано большое. У меня такое переживание, какие мы невежды. Вот особенно мы были внезапно, приехали внезапно. И притом люди не дома, а в храме, в Грузии, у отца Наума Борщукова. И как они только нам отъезжать, как они со всех сторон, с сумками, из чего там только нет, и сыр. И помидоры, и лаваш, это как хлебы, их лепешки такие толстые. Ну вот, мы оказались такие. Выговорил я ребятам, ничего не сделаешь. Жду свидетельства, что доехал, пока еще не доехал. Вот, начали вчера мы готовить вокруг дома Никиты, где я тут был, Павел. Отмостку. Все выбираем, подготавливаем. Вчера издалека тут, ну, тележки. Вначале возить щебень крупный. Ну, а потом песок, цемент с мелким щебнем. И это все известно. Ну, а я опалубку сделал. Тут дождик маленький помог нам пораньше уйти за работу. До полтора часа. Нам хорошо... Потому что мы молимся и за все благодарим Бога. Начиная с утра. У каждого своя конкретная работа. Здесь мы знаем, чем заняться. Загородили вокруг плахами забор. Убираем, убираем территорию. Очень и очень захламлено, заросшее. Не зайти, не пройти. На то, что мы начинаем сейчас делать, видно, и, ну, помог бы Господь окончить. А потом уже при непогоде-то осенней можно уже в сентябре внутри начать делать, там по печам было, чтобы... Дальше-то пока не решаемся, потому что никто тут не живет зимой. Если даже обоями поклеить, то отразится это, потому что мороз... Ну, везде отдушины, как будто бы. Думаем, что поможет. Поможет это. Вот и все. Один день. Кого нас всего только трое. Ну, они сами по себе, ребята. Я сам по себе здесь один. Богу нашему слава. Ага. Еще хотел показать наши ресурсы. Вот мой мир. Тут можно писать. Очень богатый даже мой мир. 18 916 фотографий. 3 529 видео. Ну, кроме того, у нас это вот не знаю, что, почему она не открылась. Это форум наш. Форум не открылся. Сегодня открыл на канале наш видеоканал православный. Открытым оком во свете Библии. Вот поставил небольших 5 роликов сегодня. Конопля. Уже 14, 15, 12. То, что у нас есть. События дня тут оставляются. И кроме того, главный у нас источник — это сайт. О, надо же, не открылось что-то. Не открылось, и все. О. Нету. Ну,
Ну нету, и не знаю даже как. Как открыть. Наш сайт, библейский православный сайт, очень большой, почти 50 книг, аудио, ну показать все хотел бы. Утром рано, должна бы открыться, но вот не открылась, ну хорошо хоть, она, вот открылась во свете Библии. И самое главное, 4124 ответа по темам, 55 папок. Эти материалы огромные просто, ну и работали тут целый коллектив. Почему? Готовое то, что я насчитал когда-то, 50 книг, насчитано было, надо было цифровать, вот, а дальше из книг взяты вот эти вопросы и ответы, из своих книг, из моих книг, вот оно где. Сейчас посмотрим, может быть, откроется. Православный форум. Открылся. Вот видите. Третья попытка. Не открылся. Тут еще-то у меня не совсем понятно. Вот он, православный форум. Очень большой форум. Очень богатый материал. Вот так. При желании тут могут еще получить 1592 темы. Ну вот, опять вернусь, посмотрю. Сейчас было 12, вот уже 15, то есть непрерывно 17. Непрерывно идет посещение на события дня и прочее. Ну, Богу нашему слава, что... заработала система, да воздаст Господь милостиво тем, кто дает нам возможность на этих ресурсах работать. И все. Все время стращают, что скоро в России закрывать будут. Закрывать? А почему? Ну и на YouTube доступа не будет. Не знаю, то ли действительно так, то ли стращают только. У нас есть и живой журнал. У меня страница ВКонтакте, хотя я там не бываю, на Одноклассниках не бываю. Модератор, администрация мне перекидывают от вопросы, и ответы забирают и опять людям отдают с перекидкой. И сколько не бить, чтобы сами заходили, я могу сразу ответить. А там задержка, везде задержка бывает, но пока ничего нигде нет. Все так стоит, как есть. Богу нашему слава во веки веков.